Председатель Мажилиса Нурлан Нигматуллин провел переговоры со спикером Мили Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, находящейся в Казахстане с первым официальным визитом. На встрече стороны обсудили перспективы межпарламентского законодательства, межпарламентского сотрудничества, отметив, что при этом большие возможности для законодательной поддержки и договоренности глав Казахстана и Азербайджана, а также для развития всестороннего взаимодействия двух стран. Нурлан Нигматуллин и Сагиба Гафарова высказались за активизацию совместной работы групп по сотрудничеству, профильных комитетов, обмен законодательным опытом.